Всем привет, ребят! Ну что, мы сегодня на аккаунте моего подписчика Вадима, и сегодня у нас будет опять же очередной роллинг аккаунт. Кстати, по-моему, это гильдия, о которой я говорил в предыдущем видосе, там, где вы ничего вроде не услышите, посмотрим. Гильдия Paradise, принимаем только с высокими результатами на БГ и чистой силой собеседования. Или не она? Не, по-моему, не она. Кузьмин 27, КХВ, Телега, Супра, Мобикон, ВК. Атака фортов 12-0. Первые места, кидайте заявочки, вступайте. Так. Смотрим на аккаунт. Аккаунт у нас донатный. О, почти Минотавры есть. Ничего себе. Вот это соблазн. Как можно играть без 4К, без Минотавра? Так, окей, поехали. Смотрим, что тут у него по героям. Кто ему нужен, кто не нужен. Бигфут Космо. Трифит Командора. Блин, такой же, как и предыдущий аккаунт практически. Деда Мороза нет и Гарпии. Да ладно. Не поверю. Просто не поверю, что нету Деда Мороза и Гарпии. Действительно нет. Офигеть. Наверное, недавний какой-то аккаунт, недавно создан. Ну окей. Поехали, посмотрим, что у него творится по героям вообще. Так, топовая Фрейка, топовый Ворожей, топовый Ледяха, Ронин. Ну, видно, да, что есть немножко доната и совсем другая картина по сравнению с предыдущими аккаунтами. Все по красоте сделано. Понятно, понятно, отлично. Тыковка, кстати, без исцеления, странно. Очень-очень странно. Так, отлично. Пум-пум-пум-пум-пум. Что у нас еще интересного? Череп. Такс. Ну, ремок тут хватает. Четвертые ремки на купе. В принципе, с одной стороны, это тоже хорошо, не сразу заряжает. Шапка. В общем, все, что для нормальной, комфортной игры, у него уже есть. Такой вот у нас коллекционер. Все как всегда. Космо надо вытащить. На трату поехали. 65К. Поехали испытывать удачу. Да прибудет с тобой Космо. Так, начало у нас уже выпала фея. Ну, это такое. Бугимен. Ну, это тоже такое себе, скажете вы. Суккуб. Еще один бугимен. Совпадение, не думаю. Снова Атлант. Как-то мы их очень быстро пропустили. Это был просто читерный такое читерное нажатие. Укротитель. Смерть. Бог грома. Вот она пошла же. Рабочка. Паладин. Ребятушки, это был паладин. Самый паладин. Тот самый. Так, ведьма. Это, конечно, все круто. Ну, где имба? Надо какую-то недостающего выбить, что ли? То что-то это все печально. Химка, укротитель. Ну, все для архи ему падает. Даже Влад Дракула упал. Мне он даже не упал. А ему упал. Так, алхимик, наемник. Что-то даже печально. Печально как-то. Посмотрите, одни магазинки сыпят. Вот где донат плачет. Ниндзя. Действительно, что одни магазинные герои падают. Третий бугимен. Ну все, это судьба. Это просто нам рандом дает понять, что, ребят, расслабьтесь. Купите просто себе героя и не парьтесь. Зачем вам эти имбы бесплатные, бездонатные? Такс. Хорошо, ну блин, хочется, конечно, что-то вытащить интересного. Рыцарь. У него вроде и не так все печально, но, блин, с таким роллингом это печалька. Я не знаю, ледяной феникс падает, блин, на каждом аккаунте уже. Походу, сегодня у нас раздача ледях, ребят.
А бугимен-то у него недостающий был. Вот так вот поздравляю, у тебя есть бугимен на первую эволюцию, на часть второй эволюции уже есть. Блин, ну деда надо словить, или тяха у него есть. Ну чё, как вам? Как вам роллинг-троллинг? От IGG. Поехали дальше. Вот такие роллинги я люблю. Когда ты сидишь спокойно, ролишь себя, тебе падают нужные герои, а ты просто делаешь вид, что они тебе нафиг не нужны. Так, Рину. Ну, я думаю, мы студенных уже где-то собрали. Должны. 8.15. А потратили уже 40к. Жизнь, боль. Дедушка Мороз, красный нос, борода из ваты. Ты подарки нам принес. Не буду говорить, кто под латой. Так. Чё, поздравляю. Две имбы есть. Осталось малость. Ну, призрачные всадники, конечно, это было смешно, но нам они не нужны. Пора включать читы. Вот Дед Мороз второй. Он тоже нам не нужен. Нам Гарпия нужна, кстати. Наверное. Это не точно. Как это Деда Мороза нет? Вот скажите, вот как так может быть? Такой аккаунт и нету Деда Мороза. Это ж просто жизнь боль. Чё себе? Как думаете, Ронин ледяху затащит? Так, одержимый. Добрый вечер, Валентина. Кстати, Асура не падает. Князь Тыква. Ниндзя. Это какая-то судьба, по три героя сегодня целый вечер падает. Вот это кайф. Батька ролит, батька ролит. Поехали, пока везет, пока прет, пока админ панелька не закончилась. Надо вытащить еще одну имбу. Вот так вот, ребятушки, под заказ надо еще одного бугимена, не бога грома, а бугимена, чтобы у него вообще кгшки не тратились. Жестко, да? Я тоже офигел, честно говоря, от этого. Бум-бум. Интересно, мы хоть слизней собрали? 14-15, жизнь, боль. Не знаю, посмотрим. Возможно, вернемся, потому что очень много аккаунтов. У меня сейчас времени нет бегать, а может и вернемся, доберем ему. Я уже даже этого, наверное, записывать не буду. Или запишу, давайте сейчас быстренько попробуем зайти. Чё нам, пацанам? Попробуем сразу добить. Я, в принципе, всем пытаюсь добить. Щедрая душа. Так, где там его аккаунт? Знаете, просто неудобно, потому что я с компании могу забирать. Там админ панелька. Палево. Сейчас попробуем быстренько это все сделать. Дело. Prepared.
Да что такое-то? Отличненько. Вроде все гуд. Я думаю, вы там тоже не уснули. Но я уже устал резать эти видосы. Не люблю, честно говоря, этого делать. Потом админ панелькой карма сбивается. Ничего себе, сразу такой переходик, мазончик. Да-да-да. О, блин, это у него, по сути, этот может быть Минотавр сейчас. Что там у нас вообще на русском на рынке? Такое себе. Вообще ничего толкового нет. А вы знаете, реально, роллинг-то крутой, блин. Столько бугеманов и Деда Мороза повыбивали. Это ж просто жесть. Практически выбили героя со второй эволюции. Так, let's go. 450, 450. Ну, собрали, собрали, собрали. Отлично. А вот имбу... Выбьем, нет. Имба, приди. 450. Смотрите, сколько насыпало. Жесть, конечно. Бум. Ну что, поздравляю, у тебя уже есть Минотаврик. Первый твой Минотаврик. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. В общем, вот так вот, ребятушки, вот такие вот движухи у нас сегодня были. Так, отлично, что-то мы там не забрали. Ну да ладно, потом заберет. Вот его новый Минотавр. Поменять, выбрать. Бум. Ну это такое себе. Давайте поищем кого-то интересного на это. Ну, вот можно сюда, в принципе, поставить. Да что такое? Орка. Да ладно, блин, вы что, издеваетесь, что ли? Бог войны. Ну, не знаю. Такое себе. Захочет, поставит. Но с бегом он будет явно круче. Королёв бы оценил. Так. Ну что, поздравляю. Давайте еще заберем. А хотел открыть восьмую эмблему. Думаю, да, ага, сейчас. Так, открываем. Может отсюда что-то выпадет. Рэнки. Ладно, давайте откроем недостающие герои. Блин, жесть, 4 бугемана, ребят. Можно, кстати, на бугемана он поставит уже, может, сам бога войны. Так, Бугимен. Подождите, Бигфут у нас же тоже получается недостающий, да? Да, Бигфут и дракон. Я это говорю, дракон, дед. Как по мне, вообще кайф. Отличненько. Еще и Минотавра захвастали. Три Деда Мороза. Ну, хоть сэкономили ресурсы, в принципе. Причем конкретно сэкономили, хоть скилл прокачает. Так, смотрим, что у нас тут у них с талантами. Ажива. Бог войны, первый бастион, первый. Ну, все отлично. Все как положено. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.